У Гомельской области подтверждены еще один выпадок захворывания на коронавирус. Его выявили у жихарки Житковичев. Женщина звернулася у центральную районную больницу за допомогой с симптомами пневмонии. Зараз при таким захворывании обовязково робится тест на коронавирус, який показал становчий выник. Это отбылось у субботу 21 соковика. Женщина была накирована у Гомель, где зараз проходит курс лечения у областной туберкулезной клиничной больницы еще и от двухбокового запаления легких. Одночасово медики занимаются выявлением людей, которые имели контакты с захворевшей. Пациентка госпитализирована в специализированном медицинском учреждении, находится под наблюдением медиков и осуществляется оказание медицинской помощи. Состояние ее удовлетворительное, как бы опасений не вызывает. Значит, на сегодняшний день проводятся мероприятия по выявлению возможного источника, послужившего возникновению заболевания, а также определение круга контактных лиц, установление за ними медицинского наблюдения, значит, и проведение лабораторного обследования. Отобран повторный анализ для того, чтобы определить наличие РНК вируса, и он доставлен для контрольного исследования в Республиканский центр эпидемиологии и микробиологии.